Любой красноярец может принять участие в формировании предвыборной программы, донести до власти, какие проблемы в крае и стране должны быть решены в первую очередь, и даже выдвинуть свою кандидатуру на выборы в законодательное собрание. Общероссийский народный фронт проводит акцию «Народное мнение». Где можно высказаться и быть услышанным? В сюжете далее. Какие три проблемы наиболее актуальны в нашем крае и стране? И что нужно сделать, чтобы их решить? Эти вопросы прямо на улицах задают красноярцам представители Общероссийского народного фронта. Человек любого возраста, пола и партийной принадлежности может принять участие в акции «Народное мнение». Около 600 мобильных приемных действуют по всему краю. За квартиру опять прибавят, за свет, за все, туда куда, за газ, все. Но это уже невыносимо, ремонта не делают. Недостаток бюджетных мест, как бы, ну, в некоторых классах уже, например, 10-й, 11-й, с годом же все увеличивается, набор учащихся, и, ну, мало кто может поступить. Мария опрашивает по 70 человек в день. Говорит, самые частые жалобы на высокие цены за жилищно-коммунальные услуги, пробки в городе и качество перевозок. Каждый ответ заносится в специальную анкету, которая опускается в прозрачную урну. Собранные Народным фронтом мнения будут донесены непосредственно до тех, от кого зависит будущее страны и края. Мы эти предложения переводим в народную программу, которую создал Владимир Владимирович Путин. Это потом уже все в Москву у нас идет туда. Также жители Красноярска спрашивают, кто должен представлять их интересы в законодательном собрании. Можно выбрать из представленного списка или внести любое другое имя, даже свое собственное. За те три дня, в течение которых уже идет акция «Народное мнение», возможностью выдвинуть себя воспользовались два жителя края. Все кандидаты на равных правах будут участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании. Цель Народного фронта – и дать шанс высказаться, проявить себя людям, которые в этом нуждаются, и услышать мнение тех, кто обычно отсиживается в тылу, считая себя далеким от политики. Я и так Народный фронт. Мы же с вами из народа. Так что мы в Народном фронте. Марина Шиликова, Евгений Немков, краевой телеканал «Енисей регион».